Привет, ребята! Как думаете, кто нужнее всех на свете? Врач или строитель? Повар или учитель? Полицейский или пожарный? Правильно! Все нужны одинаково! У каждого человека есть свое важное дело, и у слов оказывается все точно так же. Однажды все прилагательные между собой рассорились, разбились на три группы и друг с другом мириться не захотели. В первой группе говорят: «Мы будем самые главные, называйте нас качественными». Мы показываем качество предметов: большой дом, красивый вид, темный лес. Во второй группе начали спорить: «Мы важнее! Мы показываем, к чему предметы относятся или из чего они сделаны. Нас называйте относительными». Спортивные соревнования: металлический шар, вчерашний суп. Прилагательные в третьей группе засуетились: «Про нас не забудьте! Без нас никуда! Мы указываем на то, чей это предмет. Наше название – притяжательные. Мамин шарф, детские игрушки, зайчий хвост». В спор вмешались друзья прилагательных существительные: «Ребят, ребята, не ссорьтесь! Вы все нам очень нужны! Ведь вы такие разные! У качественных прилагательных бывают степени сравнения и краткие формы. Умный, умнее, самый умный». Относительные прилагательные можно заменить на существительные: лисий хвост, хвост лисицы, глиняный кувшин, кувшин из глины, шерстяное пальто, пальто из шерсти. А у притяжательных прилагательных, в отличие от остальных, есть свои вопросы: чей, чья, чье, чьи. С тех пор прилагательные не ссорились. Ребята, хотите говорить и писать правильно? Не пропускайте наши эфиры, и вас никогда не запутают слова в ловушке.